Краевой арбитражный суд отклонил иск компании «Медфуд» о взыскании Забайкальской медиагруппы 5 миллионов рублей за репутационный вред. Об этом сообщается на сайте суда. Кроме того, суд обязал компанию выплатить Забайкальской медиагруппе 30 тысяч рублей судебных издержек, а также 6 тысяч пошлины в доход федерального бюджета. Компания «Медфуд» подала иск, где потребовала у «Запру» удалить материалы, размещенные на сайтах, и опровергнуть ложные сведения о некачественном выполнении услуг по организации лечебного питания в бюджетных учреждениях Забайкальского края, а также запретить дальнейшее распространение данных материалов. Временно исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края Александр Осипов предложил сенатора Баира Жамсуева, ректора Забайкальского госуниверситета Сергея Иванова и бизнес-омбудсмена Викторию Бессонову как своих возможных представителей в Совете Федерации. Об этом сообщили в избиркоме Забайкальского края. Осипов сдал список во время подачи подписей на участие в выборах губернатора Забайкалья. Он обязан был представить избирателям возможных кандидатов в Софет. Министерство здравоохранения Забайкальского края выбрало район КСК в Чите местом строительства нового корпуса краевого фтизиопульмонологического центра. Его перенесут туда с улицы Таежная, 3. В состав нового медучреждения войдет стационар на 250 коек, поликлиника на 200 посещений в смену. Будет предусмотрено отделение интенсивной терапии и реанимации. Предполагается увеличить мощность хирургического отделения до 40 койко-мест. В центре также разместят операционный блок, отделение пульмонологии для больных туберкулезом и СВИЧ-инфекцией.